Так, дубль номер два, значит. Татьяна все здесь обрезала. Всю листву обрезала. Сейчас будет обрезать дальше. Танюш, что там у нас дальше-то? Обрезаем тонкие веточки. Угу. Они мне нужны. Которые совсем тонкие. Угу. Которые лезут сюда вперед, вовнутрь. Угу. Тоже иглу. То, что мешается друг другу, то и обрезаем. Больное. Да? Да, сухие, больные. А вот это вот надо обрезать? Что-то она какая-то сюда пошла. Нет, не надо ее. Почему? Точно не надо? Точно. Это сухая. Обрезаем сухие пенечки как можно ближе к полу. Ну да, живой оставляем там. Еще и весной посмотрим, что с ней будет. Да. Прошлогодние обрезки. Как в том году обрезали, да? Да. Ну, все. Это ничего, все так оставляем, да? Да, так все оставляем потом. Так же корневую прикрываем торфом. Но лучше всего перегноем. Угу. Розу, да? Да. Но она любит навоз, по-моему, там. Да, коровяк. Ну, под зиму не надо, наверное, коровяк. Просто перегноем, да? И... просто перегноем. И потом мы еще их будем укрывать. Их. Мы здесь укрываем. По температуре, погода. Ну, как будет, то холодно. Минус 10. То укроем. Да. Тогда будем укрывать. А так она... А сейчас пускай она... запреть. Угу. Ну вот, они у нас так, все время их так обрезаем, постоянно. Постоянно они здесь нормально цветут. Если бы еще не крали бы, было бы вообще хорошо.